Всем добрый день, меня зовут Марина Кайгородова, и я директор по развитию фабрики мебели «Гастон». Сегодня мы в гостях у Ирины Владимировны в ЖК «Екатерининский парк», и мы снимаем объект, это кухня. Кухня у нас выдержана в стиле софт-классика, и перед нами стояла задача сочетать разную стилистику, очень мягкие классические элементы с динамичной жизнью в мегаполисе. Получилось очень гармонично и красиво. Расскажу про фасады. Фасады в данной кухне используются в пленке ПВХ, и здесь сочетание двух цветов. Это мягкие кремовые оттенки с орехом. И очень хорошо сочетается столешница, тоже с этим оттенком ореха, хорошо подобрана в комбинации со стеновой панелью. Это все добавляет объемности, фактурности и красоты. Очень важно еще отметить в столешнице мойку из искусственного камня, потому как наши заказчики ценят время, и когда уборка занимает минимальное количество времени, это замечательно, потому как мойка из искусственного камня — это как раз про экономию времени, про чистоту, практичность, про эстетику. Плинтус здесь используется маленький треугольник, что тоже добавляет минимализма и хорошо гармонирует с кухней. Фурнитура в данной кухне используется блюм, комбинация распашных фасадов с выдвижными ящиками тоже очень практично скомпоновано и грамотно продумано менеджером-дизайнером. В целом кухня получилась красивой. Особый еще элемент хотела отметить — это стекла, стеклянные фасады, которые имеют текстуру рифленую, повторяющую фасады нижних распашных выдвижных ящиков. В целом это все объединяется, графичности добавляет и опять-таки фактурности. По элементам еще ручки в золотом оттенке тоже добавляют изюминки. И, как я уже сказала, в целом кухня смотрится красиво, стильно. И даже любителям современных стилей такая софт-классика придется явно по душе. Если вы хотите обладать замечательной кухней от фабрики мебели «Гастон», ждем вас в наших салонах.